Боевой дух очень, очень хороший. Я вот на самом деле был удивлен. И ребята, добровольцы, 30-35 лет, то есть если мы говорим о 95-й бригаде, это в основном все те люди, которые прошли войска ВДВ, это те люди, которые имели подготовку и выучку. Это люди, которые буквально за 2 недели вспомнили все те навыки, которые им дала в свое время срочная служба. И моральный дух достаточно высокий. Получая абсолютно небольшую заработную плату, это 2300-2800 гривен, они каждый день рискуют свою жизнью. То есть нельзя рисковать жизнью за такие деньги. Это говорит о том, что действительно это патриоты Украины, у них достаточно высокий моральный дух. І ми бачимо, як вони сьогодні відстоюють взагалі мирних громадян, вони, як до них відносяться сьогодні в Дніпропетровській, Харківській області, коли вони їдуть, люди їм машуть руками, поки вони стояли 10 хвилин, нам закинули в машину там вермішель, закинули печиво, закинули воду. Тобто люди просто от бачать і просто допомагають, вони не запитують, чи потрібно допомагати, чи не потрібно.